Тирайго, збиваємо разом, хоп, хоп.
еще больше славы воздай Ему. Аллилуйя! 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 Иисус, мы славим Тебя! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Вечный! Слава Тебе, Святый! Слава Тебе, Великий! Слава Тебе, Могущественный! Аллилуйя! Мы превозносим Тебя! Мы величаем Твое Святое! Тебе нет равных, тебе нет равных, тебе нет равных. О, нет такого другого, как ты. Кто бы так спасал, кто бы так исцелял, кто бы так освобождал. О, ты дающий жизнь. О, ты дающий жизнь. Аллилуйя, скажи, дающий жизнь моему телу. О, дающий жизнь моему разуму. Аллилуйя, дающий жизнь моей душе и моему духу. Праведность наша, истина наша, упование наше, Господь, крепкая башня моя, аллилуйя. Не убоюсь я ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие полдень. Скажи, падут подле меня тысяча, и одесную меня, но ко мне не приблизятся. Аллилуйя! О, слава Тебе! Только буду глазами своими смотреть возмездие Господне. Аллилуйя! О, потому что я закрыт в Боге. Скажи, я закрыт в Боге. Аллилуйя! Я закрыт в Боге. Аллилуйя! Моя сила закрыта в Боге. Аллилуйя! О, мое исцеление закрыто в Боге. Аллилуйя! Поэтому я сегодня могу смело говорить, ранами Твоими я исцелен. О, я искуплен, я свободен. О, аллилуйя! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. О, скажи еще, Господь, Ты поднял меня на высоту. Скажи, Господь, Ты поднял меня на высоту. О, Ты пленил всякий плен. О, аллилуйя! Скажи еще, Ты пленил всякий плен. О, Ты дал власть человекам. Аллилуйя! Слава Тебе, слава Тебе. И по слову Твоему происходят великие дела. По слову, Господь, Твоему происходят великие действия. Аллилуйя! И сегодня, Господь, мы берем Твое слово как оружие, Отец. Аллилуйя! Слово Твое оружие в духовном мире, меч обоюдоострый, который разделяет, разделяет, разделяет. Аллилуйя! О, слава Тебе, слава Тебе! И сегодня во имя Иисуса Христа мы провозглашаем мир в нашей стране. Мы берем Слово Твое, Господь, аллилуйя. И мы говорим, шалом Тебе, Украина! Шалом Тебе, Украина! Во имя Иисуса Христа! О, слава Тебе! Мы превозносим Тебя, великий Бог! Мы славим Твое святое имя прямо сейчас! Мы просто запрещаем ковиду распространяться по нашей земле во имя Иисуса Христа. Мы говорим, ты дух ковида, убирайся прочь с лица земли во имя Иисуса. Скажи, я здоров во имя Иисуса, аллилуйя. Вспомни сейчас все, кто болен, все, кто у тебя может быть родные твои, близкие, все, кого ты знаешь. Вспомни сейчас этих больных людей, давай помолимся за них. Аллилуйя! Наше слово имеет силу. Силу провозглашать Царство Божье в телах людей. Здравие в телах людей. Аллилуйя! Давай провозгласим сейчас.
во имя Иисуса Христа. Мы сегодня провозглашаем, Господь, всех, о ком мы сейчас думаем, всех, о ком мы сейчас знаем, что они больны. Прямо сейчас мы провозглашаем, что закон Духа жизни во Христе победил закон греха и смерти. Болезнь, ты не имеешь силы. Мы приказываем тебе убираться из тел наших родственников. Мы приказываем тебе убираться из тел наших родных и близких, из тел наших детей, внуков, правнуков. Во имя Иисуса Христа мы называем наших детей здоровыми. Здоровыми, здоровыми. Провозгласи это. Провозгласи это. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Слово Божье. Оно проникает глубоко и убивает всякий вирус, всякую болезнь во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас мы посылаем слово, и тот, кто болен раком сегодня в нашей церкви, мы провозглашаем исцеление. Ты дух рака, ты поражен во имя Иисуса Христа. Ты не имеешь силы. Мы прямо сейчас приказываем усохнуть раковым клеткам и просто превратиться в пыль во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем исцеление прямо сейчас. Если вы смотрите нас сегодня, и есть у вас это заболевание, рак, мы говорим, прямо сейчас во имя Иисуса посылаем слово, что ранами Господа вы исцелены, и рак, раковая клетка разрушена во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Боже, спасибо Тебе! Господь, спасибо Тебе! Подними свои руки к Нему. Скажи: Иисус, спасибо Тебе, я ранами Твоими исцелен. Аллилуйя, скажи еще, скажи, провозгласи это. Если вы знаете рядом с вами люди, которые нуждаются в исцелении, положите на них руки, может быть, это дети, может быть, и рядом с вами, положите на них руки, аллилуйя. Мы провозглашаем исцеление. Там, где Дух Господень, там свобода. 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 Всякая боль убирается прочь во имя Иисуса Христа. Всякая болезнь, преклонись перед именем Иисуса. Лира Маката Сарикиты, мы провозглашаем исцеление, исцеление. Я верю, Господь, что в Твоем стане, в Твоем народе не должно быть больных, Господь, но все здоровы. Все здоровы, потому что мы живем на территории царства Твоего, а в царстве Твоем нет болезни. Поэтому мы сегодня провозглашаем исцеление. Исцеление. Аллилуйя. Аллилуйя. Лена, выходи, будем молиться еще. Лена. Лена, выходи, будем молиться. Я чувствую, что нам нужно продолжить еще молитву. Аллилуйя. Потом выйдут дети, хорошо? Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Доброе утро, дорогая церковь! И давайте возвысим свой голос к нашему Богу, слышащему и отвечающему со своей великой горы своей. И я хочу провозгласить Псалом 92. Слово Божие, которое живо и действенно, которое говорит, что Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда. Не подвинется. Престол Твой удержан исконе Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих, сильных вод морских. Силен Ты вышних, Господь, и откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Дом Господень и святость Господня, она принадлежит на долгие дни. Так говорит Слово Божье. И давайте мы согласимся в молитве за дом Господень, где Бог собрал нас, как птица птенцов, и благословил нас, омыл, очистил и освятил. И мы, Господь, благодарим Тебя, Боже Святый, в это утро. Боже Святый, за то, что мы в доме Твоем, за милость Твою, которую Ты обновляешь каждое утро. И мы благодарим Тебя сегодня, в это утро. И говорим, мы блаженны, ибо мы народ. Блажен, что значит счастливый.
И мы счастливы, мы блаженны, потому что мы в доме Твоем. Мы живы, мы под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего Бога покоимся. И ни луна ночью, ни солнце днем не поразит народ Божий. И врата ада не одолеют дом Господень, потому что силен и крепок Бог наш, который собрал нас от края земли и благословил. И сегодня, Господь, мы простираем к Тебе руки, возвышаем свои голоса. Если реки взывают, то что паче и Ты слышишь? Если реки прославляют Тебя, то что есть человек, что Ты помнишь его, что Ты посещаешь нас? Мы дети Твои, мы народ Твой. И мы сегодня благословляем Твое святое имя, Господи, и приглашаем Тебя, наш Бог, сильный и крепкий, приди и царствуй. Прибудь с нами, в нас и посреди нас, в доме своем, и благослови церковь свою, которую нарисал именем своим Эммануил, что значит «с нами Бог». И мы сегодня говорим, что Ты с нами, в нас и посреди нас. И молим Тебя, Господь, прибудь Духом своим в нас и посреди нас, и делай то, что хочешь Ты. Пусть сегодня, Господь, Боже, Твоя церковь преобразится. Подними из славы в славу, из силы в силу. Даруй исцеление, Господь. Даруй освобождение народу своему. Боже, мы благодарим Тебя за победу, которую Ты даровал народу своему. И мы сегодня говорим, что мы в Твоем доме. Мы победители. Мы во Христе. Мы едины. И у нас один Бог. Одна вера, одно служение. Это Богу и людям. Во имя Иисуса Христа. И мы призываем Твой Дух Господень на нашу церковь. А где Дух Господень, там свобода. И мы говорим, Господь, что мы живы и свободны, исцелены в Тебе, Господь, и для Тебя. И мы сегодня, как церковь, благословляем друг друга, благословляем все сферы служения нашей церкви. Мы благословляем наших пастырей и говорим, что пастыря – это дар для нас. Дар, поставленный от Тебя, чтобы направлять народ Твой на злачные пажити. И мы сегодня благословляем наших пастырей, все дела рук их, Господь. Мы провозглашаем, что они в голове, не в хвосте. Даруй им успех, благословение, благоволение во всех делах, во всех сферах жизни. И подними их, Господь, из славы в славу, из силы в силу, из веры в веру, Господь. Во имя Иисуса Христа. И мы говорим, Господь, что церковь Твоя нуждается в Тебе, Господь. Мы молим Тебя, Боже, простри руку свою и благослови народ свой. Все, кто пришел сегодня, все, кто Твои дети, Господь, мы говорим, мы нуждаемся в Тебе. Благослови, защити и сохрани нас от всякого рода зла. Мы призываем защиту крови Иисуса, Дух Господень на нашу церковь, и говорим всякому злу, всякой тьме проходить мимо нас, мимо церкви Эммануил, мимо наших детей и мимо наших родных и близких, всякому злу во имя Иисуса Христа и всякой тьме. Слово Твое говорит, Господь, что Бог есть свет, и нет в Нем тьмы, и пусть свет Твой воссияет сегодня в жизни народа Твоего. Свет великий во имя Иисуса Христа. И мы молим, укрепи церковь свою. Укрепи, Господь, как во внутреннем человеке, так и физически. Укрепи, Господь, не смотреть на видимое, но, Господь, углубляться в Твое Слово, мой Бог, во имя Иисуса Христа. И мы сегодня провозглашаем, Господь, что наши уши, они открыты, чтобы слышать Тебя. Боже святый, мы ищем лица Твоего, мы открыты, Господь, и пусть сердца сегодня Твоего народа будут открыты, Господь, чтобы принять то слово, которое Ты приготовил для каждого из нас во имя Иисуса Христа. И мы благословляем нашу церковь, провозглашаем полное оснащение, обеспечение, как духовно, так и физически, чтобы идти дальше, чтобы возделывать то, что доверено нам Господом. Во имя Иисуса Христа, на всяком месте, во всякое время, во все дни жизни. И пусть Твой Дух премудрости
Буствуй дух радости, мудрости, все плоды Духа Твоего прибудут на церкви Твоей. Это любовь, радость, мир, долготерпение во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что мы, Господь, церковь Твоя, мы, Господь, невеста Твоя, мы народ Твой, мы народ, у которого Господь есть Бог. И мы сегодня славословим нашего Господа, который избавил нас от смерти, искупил нас, Господь, во имя Иисуса Христа, омыл своей кровью. И мы сегодня здесь, чтобы возвещать, чтобы громогласно воздавать Ему славу, Ему честь и хвалу. И мы сегодня, как церковь Твоя, Господь, мы сегодня не соглашаемся, мой Бог, с ковидом. Мы говорим всякой немощи, болезни, всякой, кто злостражит в нашем доме, нашей семье духовной, как церкви Эммануил. Мы говорим тебе, ковид, всякой немощи, болезнь, всякий дух нечистый, склони свои колени и убирайся прочь из жизни народа Божьего. Мы призываем твою защиту, кровь Христа, на всю церковь Эммануил. И мы говорим, что мы ранами твоими исцелены и восстановлены. И мы, Господь, живы во имя Иисуса Христа. Мы призываем, Господь, твою защиту, твою, Господь, кровь на нашу землю, на наш город, на наши дома и семьи, на наших детей. И говорим, Господь, Боже святый, ты защита наша, ты скала и упование наше, ты целитель наш. Слово Божье говорит, что я Господь, целитель твой. Так говорит Слово Божье. И мы сегодня принимаем Слово Божье, что ты Господь, целитель наш. Скажи, церковь, Господь, ты целитель мой, целитель и восстановитель. Ты, Господь, целитель нашей жизни. Ты, дарующий нам жизнь и жизнь с избытком. И мы сегодня провозглашаем твою жизнь, жизнь церкви Эммануил, жизнь и жизнь с избытком. И пусть реки этой живой воды текут, текут, Господь. Пусть открываются источники от нашего Господа, чтобы народ твой ни в чем не имел нужды, ни в чем, ни духовно, ни физически. Мы провозглашаем, Господь, твою победу, твое царство, твою волю, которая есть для нас самая лучшая, благая, угодная и совершенная. И говорим, ты наше упование, ты скала наша, ты жизнь наша. К тебе приходим, к тебе взываем, и ты Бог слышащий и отвечающий, который благословляет нас, хранит, который никогда не оставит. Проходят времена, но Бог никогда не оставит. И у нас верный Бог, которому мы служим, которому мы взываем, которого мы любим и на которого мы уповаем. И давайте воздадим такому Господу, крепкому и всемогущему, для которого нет ничего невозможного. Ему хвалу, Ему благодарение, Ему всю славу воздаем громогласно. Громогласно, Господь, народ Твой в это утро Тебя величает, Тебя прославляет, Бога крепкого, Бога сильного. И пусть Твое сила и могущество пребывает в нас и посреди нас. Сегодня, ныне, это день спасения и благословения во имя Иисуса Христа. И все, кто со мной верит, да скажет аминь. Аллилуйя! Воздайте славу Господу! Аллилуйя! Еще воздай Ему громкую славу! Воздай Ему громкую славу! Аллилуйя! Господь, мы славим Тебя! Господь, мы славим Тебя! Мы славим Тебя! Мы славим Тебя! Мы славим Тебя! Мы славим Тебя, великий Бог! Аллилуйя! Мы славим Тебя, Царь царей! Мы величаем Тебя, сидящий на престоле! Ты достоин вечной славы! Ты достоин вечной хвалы. Аллилуйя. И перед тем еще, как поднимутся наши дети, давайте мы поднимем наши руки. Мы благословим семью. У меня есть желание помолиться за семьи в этом доме. Давай мы поднимем свои руки, благословим. Господь, мы благословляем. Боже, сегодня семьи в нашей церкви. Отец, особенно мы молим, Господь, за жен, за мужей, которые еще не в теле Твоем, не в доме Твоем, Господь, еще не пришли к Тебе, Господь, не нашли Тебя. Мы молим Тебя за них особенно, Господь. Боже, пусть Твой свет прольется в их жизни. Пусть Твоя любовь изольется, Господь, так сильно, Отец, чтобы эти люди просто, они
побежали к Тебе, Господь. Просто потекли к Тебе, Господь. Аллилуйя. Устремились к Тебе, Господь. Аллилуйя. Мы просим Тебя сегодня, чтобы в их сердцах была Твоя жажда и Твой голод, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть они так станут голодны по Тебе, Господь, аллилуйя, что будут просто бежать в дом Твой, Господь, бежать, прибегать к Тебе. И мы провозглашаем, Господь, спасение. Мы провозглашаем поиск в сердцах этих людей во имя Иисуса, этих мужей и жен, которые еще не знают Тебя. Мы провозглашаем этот поиск, когда сердце ищет Бога и не останавливается, и не успокаивается, пока не находит во имя Иисуса Христа. Мы благословляем сегодня семьи, благословляем браки во имя Иисуса. И мы провозглашаем, что Бог сочетает, да человек не разрушает во имя Иисуса Христа. Всякое зло, которое пришло в браке по какой-то причине, мы прямо сейчас, мы запрещаем тебе, дьявол, действовать и всякому злу действовать во имя Иисуса Христа. И мы называем семьи здоровыми, мы называем крепкими во имя Иисуса Христа. Мы говорим, жизнь твоя, Христос, прямо сейчас в семье, между мужьями и женами, между родителями и детьми, во имя Иисуса Христа, твоя жизнь, всякое недопонимание, всякое, Господь, как война в семьях, да искоренится это, да уничтожится это во имя Иисуса Христа, да придет Твой мир, Господь, да придет Твое устройство в семье, аллилуйя. Я провозглашаю, Господь, что родители понимают детей, а дети понимают родителей во имя Иисуса Христа. И мы сегодня также благословляем наших внуков и наших правнуков. И до четвертого поколения мы благословляем и называем род наш благословенным, 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 благословенным во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь, потому что у последующего поколения, которое будет за нами, и еще потом после нас и после, аллилуйя, которое Ты насадил, Господь, уже будет, Господь, не корень Адама, но Твой корень, а Твой корень свят, Господь. И поэтому наши семьи, мы называем их святыми во имя Иисуса Христа, отделенными для Бога во имя Иисуса Христа. Аминь. Давай воздадим славу Богу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Воздай Ему славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь, Христос воскрес. Аллилуйя. Наш Царь живой. Наш Бог живой. Пусть обилие благословений наполнит ваши жизни. Знаете, когда мы все прославляли первая песня, танцевали все, дети подходят, говорят, мне так понравилось, давайте еще прославление, нам очень нравится танцевать. Все вместе, и дети, все поколения вместе. Поэтому слава нашему Господу. И сейчас я передаю микрофон нашим детям. Пасха – самый лучший праздник, Пасха – лучший именин. В этот день наш Бог – Спаситель, Иисус – мой покровитель, сильный воин, небожитель, всех нас с Богом примирил. Пусть на небе светит солнце, и Иисус Христос воскрес. С Ним счастливое сие детство, с Ним прекрасное наследство. Жизнь Иисусом – это средство к достижению небес. Нам сияет свет спасения во Христе и Его благословение к людям грешным на земле. Он сегодня очень хочет, чтобы вы пришли к Нему и воздали славу Богу одному. В Твоих деяниях, мыслях чистых, желаю мира и добра, веры вам сильной и веры крепкой вам и искренней. Здоровья, счастья и тепла. Аллилуйя! Здоровья, счастья и тепла вам, и веры. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе. Сейчас мы будем молиться за наших детей. Ребята, поднимайтесь, пожалуйста, на сцену. Церковь, давайте мы все поднимемся. Скажите еще раз своему соседу, Христос воскрес! Он живой Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Божья любовь, она и высока, и глубока, и широка. Аллилуйя!
Слава Иисусу! Армия Божья поднялась на сцену, и мы сейчас будем молиться за всех наших детей и за тех, кто сейчас нас смотрит в онлайн. Мы тоже, ребята, молимся за вас, благословляем. Если, дорогие, рядом с вами есть дети, обнимите их, возложите руки на них. И мы будем благословлять каждого ребенка. Аллилуйя! Аллилуйя! Ребята, поднимите свои ручки к Иисусу. Иисус сейчас здесь. Вы готовы молиться? Принимайте благословение. Церковь, протяните руки к детям. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за наших детей и говорим, что честь, слава и благословение на наших детях. Мы благословляем их пути, Господь, направляя их стопы, Господь, на своих путях. Пусть они идут Твоим путем всегда, слышат всегда Твой голос, голос доброго пастыря. Они знают только Тебя, Господь, они не слушают чужие голоса. Мы благодарим Тебя, что наши дети, они рождены свыше. Дай им пережить, Господь, каждому лично встречу с Тобой во имя Иисуса Христа. Крести их Духом Своим Святым, наполни их сердца Своей радостью. Мы благодарим Тебя, Господь, что на наших детях почиет Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, что наши дети, они образец в слове, в жизни, в любви, в чистоте, во всем. Они видят нужды людей и восполняют их во имя Иисуса. Они являются ответом этому миру. Они несут Евангелие до края земли, Господь. И прямо сейчас Ты уже готовишь эту армию, Господь. Прямо сейчас они проходят эту подготовку, Господь, в служении Тебе. Это Твои помазанники, Твои служители, Господь, Твои пастыра, евангелисты здесь на сцене. Мы благословляем наших детей и говорим, что Божья защита на каждом из них, Господь. Ты укрываешь их в тени крыл Своих. Ты отвращаешь все болезни от наших детей. И их взор направлен на Тебя. И мы благодарим Тебя за каждого молодого человека, за каждого ребенка в нашем городе. И говорим, что молодежь, дети собираются на стадионах нашего города с одной целью, чтобы прославить Тебя, Господь, чтобы молиться и ходатайствовать, Господь, чтобы славить Тебя, всемогущего Бога. И мы говорим, что приходит жажда по Тебе, Господь. Дети жаждут Тебя, они жаждут живой воды, они хотят живого хлеба духовного, свежего хлеба Твоего, Господь, во имя Иисуса. И они приходят в Твое присутствие. Мы благодарим Тебя и благословляем каждую семью в нашем городе. Мы благословляем и посылаем Твой мир в каждый дом во имя Иисуса. И мы также говорим, что в нашем городе нет сирот, на Украине нет сирот во имя Иисуса. Дети живут в любящих семьях, с любящими родителями, которые знают Тебя, Господь. И Ты глава, глава Иисус Христос в каждой семье. Спасибо Тебе за все, Иисус. Мы превозносим Твое святое имя. Ты достоин славы и хвалы. Наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Воздайте славу, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за прекрасных детей. Как будто цветы яркие такие все, красивые. Уже весна. И все дети тоже у нас такие все красотульки. Слава Богу. Я хочу церковь поблагодарить еще вас за ваши финансы, за ваше семя, которое вы сеете в жизнь детей интерната. Когда, вы помните, на 8, после 8 марта у нас была ярмарка, распродажа картин, детских работ, детей с интерната. Вы сеяли финансы. И у нас была хорошая сумма. Мы часть что-то благословили, купили детям то, что они нуждались. А потом остались деньги, мы не знали, что. И они сказали, нам надо самокат, надо канцтовары, надо моющее, надо памперсы даже детям. И знаете, мы смогли это все приобрести. Мы купили еще печенька им, конфеты, и дети были благословлены. У них есть самокат теперь. Еще кто-то их благословил и велосипедом, слава Богу. Поэтому спасибо вам. Спасибо, ребята, и вам. Вы тоже принимали в этом участие. Ваши семена, пусть это все прорастет в вашей жизни. Пусть придет обилие благословений в вашу жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. А сейчас, дорогие, я приглашаю вас в воскресную школу. Проходите, пожалуйста. Аллилуйя. Thank you.
превозносим Твое святое имя. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя, великий Царь. Ты наша жизнь.
Ты один святой, 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 ты один святой
Ты святой, ты святой, Бог мой, ты святой, святой Господь, ты святой, ты святой, Бог мой, ты святой, один святой, ты святой, ты один святой, ты святой, ты один святой. Рассеются враги твои, все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь, и рассеются враги твои, все ложные боги исчезнут с лица земли. Ведь ты святой Бог, ведь ты святой Бог. Ведь ты святой царь Израилев. Ведь ты святой Бог, ведь ты святой Бог. Для своего народа ты царь. Прикоснись к каждому на этом месте твоей силой, твоим могуществом, чтобы всякий враг, который восстал сегодня, он рассеялся, он исчез, как дым исчезает от дуновения, так и сегодня всякий враг да исчезнет из жизни твоего народа, когда твой дух веет, когда твой дух обитает, когда твой дух наполняет каждого. Наполни, напои, Господь, нас, наши сердца, наши жизни, наши души. Напои дуновением Твоим, Господь. Прогони всякого врага. Пусть сегодня каждый из Твоих детей будет ходить в Твоей победе. В победе, которую Ты нам даровал, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Ты святой. Ты святой наш Господь. Помоги нам измениться в Тебе, в Твоей славе. Помоги нам стать похожими на Тебя. Напои нас жизнью Твоей, как Твоя церковь, как Твой народ. Мы жаждем Тебя. Мы ожидаем движения Твоего Духа, движения Твоих изменений, Господь. Напояй, Господь, святой. Напояй, Иисус. Напояй, драгоценный Дух Святой. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Святой. Слава Тебе, Всемогущий. Аллилуйя, Иисус. Святой.
прикоснись, Дух Святой. Обнови силою Твоей, наполни Духом жизни. Иисус, спасибо Тебе. Вдохни на нас Твоим свежим вдохновением. Господь, спасибо Тебе, Иисус. Приходят перемены в Твою жизнь. Бог с Тобой за Тебя. Он не оставлял Тебя и не оставил Тебя. Он по-прежнему взирает на Тебя. Он наблюдает за жизнью Твоей. Он подкрепляет Тебя. И даже когда ты думал, что тебе было трудно, тяжело, и было больно очень, и тебе казалось, как будто бы Его рядом не было, но Он рядом с тобой. Он поддерживает тебя. Он за тебя. Он твой Бог. Он помогает тебе. Он исправляет тебя. Он ведет тебя в землю правды. В землю, где течет Его молоко и Его мед. В землю, где ты будешь насыщаться, наслаждаться. Поэтому Бог, Он всех врагов прогоняет. Только верь Ему, продолжай верить, продолжай следовать за Ним, продолжай держаться того пути, на который Бог поставил тебя. Он с тобой, Он за тебя, Он твой Бог, Он милующий Господь. Он продолжает миловать, продолжает любить, продолжает заботиться, продолжает действовать в твоей жизни. И уже вот-вот, я верю, что Дух Святой говорит, что вот-вот уже в чью-то жизнь приходят изменения во славу Господа. Я говорю, что ситуация меняется. Происходит переломный момент. Ситуация изменяется. И если тебе казалось, что она вышла из-под контроля, то я говорю, ситуация меняется, потому что она под Божьим контролем. Бог контролирует все. Ни дьявол, ни бесы, ни демоны, ни люди. Бог контролирует все в твоей жизни. 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 И эти перемены происходят во имя Иисуса Христа. Господь, слава Тебе! Иисус, слава Тебе! Иисус, слава Тебе! Иисус, слава Тебе! Иисус, слава Тебе! Аллилуйя! Если ты веришь Господу, закричи Ему славу! Аллилуйя! Благ наш Господь. Поэтому скажи кому-то, Бог очень добр к тебе. Аллилуйя.